С базы Южного регионального поисково-спасательного отряда вылетел вертолет с 6 спасателями на борту. Пострадавшие были обнаружены. Спасатели на носилках транспортировали мужчину на борт, а его спутница смогла дойти до вертолета самостоятельно. Приземлившись на базе в Сочи, сотрудники МЧС передали квадроциклистов врачам скорой помощи. По предварительному диагнозу мужчина получил перелом ребер и ключицы. Пострадавший 61-летний сочинец, его спутница 30-летняя жительница Санкт-Петербурга.